большой десертный бал в рамках Тюменского гастрономического фестиваля. Сегодня здесь собрались все сладкоежки, вход был свободный. Чем сегодня удивляют кондитеры, что здесь самое вкусное, давайте выясним. Кстати, я подготовилась в костюме шоколадки сегодня. Надеюсь, все гости это поймут. Я смотрю, у вас сегодня есть нефть в пирожных. Это правда? Нет, нефти нет, это просто, так сказать, мы пытались воспроизвести ее в пирожных, чтобы она была максимально похожа на каплю нефти, бочки с нефтью, нефтекачалки шоколадные. Вот такие вот. То есть нефти там нет, но у вас же есть уха с нефтью, я знаю. Здесь не стали уже добавлять? Нет, не стали добавлять, пускай наши коллеги удивляют. Это называется бал, а почему все не в платьях и не во фраке? Ну, наверное, чтобы не испачкать свои фраки и красивые платья таким чудесным шоколадом. Вы прям вот так собираетесь? Я ищу нефть и золото сегодня. У вас есть золото? Да, и есть нефть. Вот она буквально. Нефть? Да. Сверху. Это не шоколад, это нефть? Это шоколадная нефть. Да. Что внутри? Внутри шоколадный бисквит, два вида крема и толстый-толстый слой карамели. Сколько у вас всего? Это вы все будете пробовать? Да. Вы сладкоежка? Да. Мне кажется, у вас самый страшный стол. Это мозги, тыква, здесь вообще гробы. Это почему выбрана такая тематика? Потому что у каждого города должна быть темная сторона. Но это если шутка. Если серьезно, мы считаем, что Тюмень город очень большой, интернациональный, он толерантный. И очень важно, чтобы каждый приезжающий в него чувствовал себя как дома. Поэтому мы решили, что будет здорово, если мы будем перенимать праздники других национальностей и стран. Хэллоуин. Хэллоуин. Да, как раз сейчас самое время для него, но люди не боятся. Я смотрю, что пока только один мозг, да, купили? Нет, мы просто подкладываем постоянно, мы подготовились, у нас с собой достаточно много, да. Так, что происходит? Так, нет, Вова! Вова! Помогли нам выявить победителя в нашей битве. Кто победитель? А кто вас сюда привел? Вам кто нравится? Мужчина с черной бородой или с рыжей? Давайте посмотрим, что там. Ключи от Пежо. Я покажу. Так, о, все с логотипом. Ручка. Да? Visit Human. О, и флешка. Сегодня самое нарядное среди всех гостей, потому что вы пришли на бал. Как думаете, почему остальные не подготовились? Да, Кристина, спасибо. Это правда. Это заметили все. Поэтому я надеюсь, что это как-то тоже будет отмечено, потому как бал-балу рознь. Но тем не менее десертный, но бал. Взяли с собой? Это все не мне, это моему сыну. Я только манговая суфле. Все это в него влезет? Да, поверьте, все влезет. Попробовали? Да, мы попробовали уже, наверное, у трех кондитерских угощения. Это не то, что можно увидеть каждый день на прилавках, это вкусно. И поэтому хочется, чтобы как можно больше людей, которые находятся здесь, познакомились со вкусом этого бала. Ну все, ведущих кормят, все нормально, не обделяют. Не обделяют, нас любят, а мы любим их. А
почему называется бал? Вы не знаете? Я смотрю, что танцев нет, я фраги. Я думал, что придут во фраках, в платьях, и мы будем танцевать. Но оказалось, здесь можно только есть. Да, ну вы готовы танцевать? Конечно, давай. Что умеете? Не знаю, вы ведете, если что. А нет, вообще-то мужчина ведет всегда. Да, ну ладно, давайте туда станцуем. А что мы представляем, когда танцуем? Я не знаю, а вы что? Я представляю, что мы находимся на балу, где много-много людей в красивых нарядных платьях и много-много вкусной еды. Все, вот. Вы умеете вести. Спасибо. Хорошего вечера.